Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Reading from Bhagavad Gita. Reading from Bhagavad Gita, chapter 13, text number 23. Читаем из Бхагавад Гиты, глава 23, chapter 13. 13, текст 23. Chapter 13, nature, the enjoyer, and consciousness. Upadrastano mantacha. Upadrastano mantacha. Bharta bhokta maheshwara. Bharta bhokta maheshwara. Paramatmati chapi ukto. Paramatmati chapi ukto. Dehesmin purusha para. Dehesmin purusha para. Upadrastana mantacha. Upadrastana mantacha. Bharta bhokta maheshwara. Bharta bhokta maheshwara. Paramatmati chapi ukto. Paramatmati chapi ukto. Dehesmin purusha para. Dehesmin purusha para. Upadrastana mantacha. Upadrastana mantacha. Bharta bhokta maheshwara. Bharta bhokta maheshwara. Paramatmati chapi ukto. Paramatmati chapi ukto. Dehesmin purusha para. Dehesmin purusha para. Upadrashtana mantacha. Upadrashtana mantacha. Bharta bhokta maheshwara. Bharta bhokta maheshwara. Paramatmiti chapyukto. Paramatmiti chapyukto. Dehismin purushah para. Dehismin purushah para. Upadrashtana mantacha. Upadrashtana mantacha. Bharta bhokta maheshwara. Bharta bhokta maheshwara. Paramatmiti chapyukto. Paramatmiti chapyukto. Dehismin purushah para. Dehismin purushah para. Upadrashtana mantacha. Bharta bhokta maheshwara. Paramatmiti chapyukto. Dehismin purushah para. Upadrashtana mantacha. Upadrashtana mantacha. Bhokta bhokta maheshwara. Bhokta bhokta maheshwara. Paramatmiti chapyukto. Paramatmiti chapyukto. Dehismin purushah para. Dehismin purushah para. Упадраштан, Упадраштан, наблюдатель, наблюдатель, Анумантан, Анумантан, санкционирующий, санкционирующий, Чам, Чам, также, также, Бхарта, Бхарта, владелец, владелец, Бхокта, Бхокта, верховный наслаждающийся, верховный наслаждающийся, Махаишвара, Махаишвара, верховный Господь, верховный Господь, Параматма, Параматма, сверхдуша, сверхдуша, Ити, Ити, также, также, Ча, Ча, Пи, Пи, Апи, Апи, воистину, воистину, Муктах, Муктах, сказано, сказано, Дехе, Дехе, в
теле. Теле. Асмин. Асмин. Этом. Этом. Пурушах. Пурушах. Наслаждающийся. Наслаждающийся. Парах. Парах. Трансцендентный. Трансцендентный. Перевод стиха. Есть в этом теле и другой, трансцендентный, наслаждающийся. Это Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия, которого называют сверхдушой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь сказано, что сверхдуша всегда сопровождается, сопровождающая индивидуальную душу, это проявление Верховного Господа. Сверхдушу нельзя считать обыкновенным живым существом, поскольку последователи философии манизма считают, что существует только один знающий тело, они отождествляют сверхдушу с индивидуальной душой. Чтобы внести ясность, Господь говорит, что Он находится в теле каждого в образе параматмы. Он пара, трансцендентный, и Он отличен от индивидуальной души. Индивидуальная душа наслаждается действиями своего поля, тогда как сверхдуша не является ограниченным наслаждающимся и не причастным к деятельности тела. Сверхдуша присутствует в теле в качестве свидетеля, который наблюдает за всеми действиями живого существа и санкционирует их, и верховного наслаждающегося. Ее называют параматмой, а не атмой, и она трансцендентна. Совершенно очевидно, что атма и параматма отличны друг от друга. Руки и ноги сверхдуши параматмы находятся всюду, чего нельзя сказать о руках и ногах индивидуального существа. И поскольку параматма – это Верховный Господь, она находится в сердце индивидуальной души, жаждущей материальных наслаждений, чтобы санкционировать их исполнение. Без дозволения своей души индивидуальная душа ни на что не способна. Индивидуальное живое существо называют пхуктой, опекаемым, а Господа пхуктой, опекающим. Живых существ бесконечно много, и Господь находится в сердце каждого из них как друг. На самом деле, каждое индивидуальное живое существо вечно является неотъемлемой частицей Верховного Господа, с которым его связывает близкая дружба. Но живое существо склонно пренебрегать волей Верховного Господа и действовать независимо, пытаясь утвердить свое господство над материальной природой. Поскольку живые существа имеют такую тенденцию, их называют пограничной энергией Господа. Живое существо может находиться в царстве либо материальной, либо духовной энергии. Пока оно обусловлено материальной энергией, Верховный Господь, как его друг, своя душа находится рядом с ним, чтобы помочь ему вернуться в царство духовной энергии. Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир. Но живое существо, наделенное некоторой долей независимости, упрямо отворачивается от духовного света. Именно это злоупотребление своей независимостью является причиной отчаянной борьбы, которую живое существо ведет в материальном мире. Поэтому Господь всегда старается дать ему наставление, действуя изнутри и извне. Извне Он дает указания, составившие Бхагавадгиту, а изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет ему настоящего счастья. «Откажись от всего, — говорит Господь, — и поверь в меня, когда ты станешь счастливым». Поэтому разумные люди, которые обрели веру в параматму, верховную вечность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, знания и блаженства. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Shakanitam Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangye Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpadaruvyascha Kriya
pasindu vaivasya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the first six chapters of the Bhagavad Gita, Lord Krishna is talking more about the yoga of action. А в первых шести главах Бхагавад-гиты Кришна нам больше говорит о йоге деятельности. Then in chapter 7 to chapter 12, Lord Krishna is highlighting the path of devotional service. А с глав по 7 по 12 Кришна описывает путь преданного служения. And from chapter 13, Lord Krishna begins to talk more about how by knowledge one can come to devotional service. А с 13 главы Кришна начинает больше говорить о знании, которое может помочь преданному служению. Lord Krishna is explaining about the nature of the soul, that there's not just simply one soul in the body, but there are two souls. Кришна объясняет о том, что в теле находится душа, и их даже не одна, а две. Of course, this is a point which is often contested. People will argue, they will say, no, actually, there's only the one soul. Это как бы та идея, которую часто люди предъявляют какие-то аргументы, и они говорят, что нет, существует только одна душа в теле. So there are two different kinds of philosophies. Есть два вида философии. One is called Advaita, meaning simply one. Одна из них Адвайта, которая определяет, ну, единство. And other philosophy is called dualism, where there is a distinction, that there's two, not one, but two. Другая же школа относится к дуализму, философы которой говорят, что есть не один, а двое. Buddhism, in Buddhism they teach that everything is nothing, that there's simply nothing. А в буддизме Будда учит, что существует ничего. So, Vaidism is the philosophy of Buddhism. А это философия вайдизма, или философия буддизма, это вайдизм. Nothing is real. Ничего не является реальным, ничто не является реальным. The body is not real, the world is not real. Тело не является реальным, и мир не является реальным. So, Lord Shiva came in the form of a person called Shankaracharya to defeat the Buddhist philosophy. И Господь Шива пришел в форме Шанкарачарьи для того, чтобы разбить философию буддизма. And he did it by teaching a philosophy which is like Buddhism. It's called covered Buddhism. Шанкарачарья, он разбивал как бы ту философию, которая похожа на буддизм. And he made a little difference between the Buddha's teaching. Lord Buddha was teaching everything is zero, everything is nothing, and Shankaracharya came and said, no, it's not nothing, it's one. И он добавил такое небольшое отличие. Господь Будда говорил о том, что все является нулем, пустотой. Но Шанкарачарья сказал, что не все пустота, есть просто единство. So just a little difference between nothing and one. Есть некая разница между пустотой и единством. Lord Buddha was saying nothing is real because the world is temporary and this body is temporary, so it's not real. Господь Будда говорил, что ничто является как бы реальностью, поскольку тело временно и материальный мир также временен. And Shankaracharya came along and said, nothing is real, the world is not real, but the Brahman is real, and the Brahman is one. We are all Brahman.
Но Шанкарачарья пришел и сказал, что да, материальный мир, он нереален, но Браман реален. Мы все как бы являемся Браманом. И так он учил тому, что все является одним, все имеет духовную природу. And people accepted this philosophy. It became very popular. И люди приняли эту философию, она стала очень популярной. So we said Lord Shiva came as Shankaracharya to teach this Mayavadi philosophy. Мы сказали, что Господь Шива пришел как Шанкарачарья для того, чтобы научить этой философии Майявады. He was ordered by the Lord himself. Но ему приказал сам Господь это сделать. First of all, of course, the Lord came as Buddha, as Lord Buddha, and he came to lead the people away from the Vedas. Сначала пришел Господь Будда, и он увел людей от Вед. The reason, now the Vedas, of course, are given to us by God Himself. It's they should be accepted. То есть причины, хотя вот он сам Господь, как Верховный Господь, он, по идее, должен принимать веды. But Lord Buddha came during an emergency situation. Но Господь Будда пришел в чрезвычайную ситуацию. The situation was that people were sacrificing animals in the name of the Vedas. Поскольку люди стали совершать разные жертвоприношения и приносить в жертву животных от имени Вед. And they were doing this under the direction of brahmanas. И они делали это под руководством брахманов. The brahmanas had become corrupt and degraded. А брахманы стали коррумпированными и деградировали. And they misled people to slaughter animals in the name of religion. И поэтому они стали уводить людей в сторону и превратили это все в бойню под именем религии. Therefore, Lord Buddha came and taught the people non-violence, what is in Sanskrit called ahimsa. И поэтому пришел Будда и стал учить людей философии ненасилия, что на санскрите называется ахимса. And he told the people, we don't need the Vedas, you don't need to follow the Vedas, just follow me. А он говорил людям, что нет необходимости следовать ведам, просто следуйте за мной. So they stopped following the Vedas, and when they stopped following the Vedas, then they didn't need the brahmanas anymore. Итак, он остановил влияние этих вед, и, соответственно, необходимость в брахманах тоже отпала. So that was a good thing at that time. То есть в те времена это была хорошая вещь. It solved the emergency crisis. Был такая чрезвычайная ситуация и кризис. And then Shankaracharya comes along, and he defeated Buddhism and brought back the Vedas. Затем пришел Шанкарачарья, он разбил буддизм и снова восстановил авторитет Вед. So that was good. Это было хорошо. But Shankaracharya brought back the Vedas in a special form that he was teaching covered Buddhism. Значит, Господь, Шанкарачарья, он хотя и восстановил веды, но он восстановил эти веды особым способом. Это как бы был такой скрытый буддизм. He was teaching that simply everything is one. Он учил людей тому, что все едино. Everything is Brahman. Все является Брахманом. We are all parts of the Brahman. Все мы являемся частями Брахмана. And so he taught the people that actually God himself, when he comes, he is also Brahman. И даже он учил людей тому, что Господь сам, когда приходит, он тоже Брахман. So the people thought, we're all God. Таким образом, мы все являемся богами. Because if God is Brahman and we're Brahman, so we're all God. А поскольку Бог Брахман, и мы тоже Брахман, то мы все боги. So this verse in the Bhagavad Gita is pointing out that there is a difference between God
and the living entities. А вот этот стих Бхагавад-гиты говорит о разнице между живым существом и Верховным Господом. And the difference is that we are God, but we are very tiny parts of God. И разница заключается в том, что да, мы боги, но очень-очень маленькие. Yes, we are Brahman. Да, мы Брахман. And God is also Brahman. И Господь тоже Брахман. But we are a spark of Brahman. Но мы являемся искрами Брахмана. And God is the supreme Brahman. А Господь является Верховным Брахманом. We are not the supreme Brahman. А мы не Верховный Брахман. We are just tiny parts of the Brahman. Мы просто маленькие частички этого Брахмана. So Lord, the different Vaishnava acharyas came and they challenged the philosophy of Shankaracharya. Приходили разные философы Вайшнавы, и они бросали вызов философии Шанкарачарьи. We have four Vaishnava sampradayas. Есть четыре авторитетных вайшнавских сампрадая. And all the Vaishnava sampradayas teach that the living entity is the servant of the Supreme Lord. И все эти вайшнавские сампрадаи учат тому, что живое существо является слугой Верховного Господа. No, Shankaracharya also has a sampradaya, but they're not teaching that we're the servant of the Supreme. У Шанкарачарьи тоже есть сампрадая, но там не обучают человека тому, что он является слугой Господа. They're simply teaching that you are that, you are the Supreme. Они обучают тому, что мы являемся тем, то есть мы являемся Верховным. So the Vaishnavas would often debate with the followers of Shankaracharya. They would have a debate. They would discuss their philosophies to see whose philosophy was the best. То есть и Вайшнавы, Ачарьи, они как бы спорят с этой, аргументируют другую философию. We said four Vaishnava sampradayas. One is from Lakshmi, the Ramanuja sampradaya. Мы сказали, что есть четыре вайшнавских сампрадая, одна из них Лакшми от Рамануджачари. One is from the four Kumaras. It is called the Nimbarka sampradaya. Другая от четырех кумаров и возглавляет Нимбарка Ачарья. One is from Lord Shiva, it is called Vishnu Swami Sampradaya. Одна это от Господа Шивы, который управляет Вишну Свами, Вишну Свами. And we are in the line coming from Brahma, and the main Acharya was Madhvacharya. А наша линия, она от Господа Брамы, и там Ачарья является Мадхвачарья. So these are the four bona fide Vaishnava Sampradayas. Это четыре авторитетных вайшнавских сампрадая. And Lord Chaitanya took initiation in the line coming from Madhvacharya. Господь Чайтанья принял инициацию в линии Мадхвачарьи. But at the same time, Lord Chaitanya also took some of the important elements from each of the other sampradayas. В то же самое время Господь Чайтанья взял очень важные элементы из каждой сампрадаи. For example, Ramanuja taught the importance of service to the Vaishnavas. Так, например, Брамануджа сампрадая учит тому, что очень важно служить вайшнавам. And he also taught the importance of pure devotional service, free from desires for liberation and fruitive activity. И также они учат тому, что необходимо заниматься чистым преданным служением, свободным от желания освобождения и кармической деятельности. And Madhvacharya taught about the importance of worshipping the deity as being non-different from Lord Krishna himself. А Мадхвачарья там, они поклоняются божествам и говорят, что божества не отличны от самого Кришны. And he also gave great importance to the defeat of the impersonal Mayavadi philosophy. И также они уделяют время тому, чтобы разбить философию Майявады. And so Lord Chaitanya in this way incorporated some of the main elements from the other sampradayas within his line.
Таким образом, Господь Чайтанья объединил важные элементы вот из каждой сампрадаи. The philosophy of Lord Chaitanya is called Achintya Abheda Tattva, meaning inconceivably, simultaneously one and different from the Supreme. Философия Господа Чайтанья называется Ачинтья Бхеда Таттва, то есть одновременное единство и отличие. So we should understand what is the oneness and what is the difference. Поэтому необходимо понять, что едино, а что отлично. We are one with Krishna in the sense that we have the qualities of God. Мы едины с Кришной в том смысле, что у нас похожие качества. But we are different from Krishna. We're different from God also, because He has each of these qualities in a great quantity, and we have them in a very small quantity. Но в то же самое время мы отличны от Верховного Господа, поскольку Он обладает этими качествами в безграничном количестве, а мы в небольших количествах. We give the example, like the drop of water in the ocean. Мы приводим пример. Капли воды в океане и океаны. A drop of water has the same qualities as the ocean. Капля воды в океане обладает теми же самыми качествами, что и океан. The drop of water from the sea will also be salty. It will just be like the water which is there in the ocean. Капля воды из океана, она обладает такими же вкусовыми свойствами, солеными, то есть она похожа на качество океана. But there's a big difference in the quantity. Но все же есть огромная разница в количестве. Similarly, a spark from the fire and the fire. Точно так же есть разница между частичкой огня и самим огнем. The spark from the fire also has heat and light. Частичка огня обладает теплом и светом. But it is different from the fire. Но все же она отличается от огня. The spark can be easily extinguished. Частичку огня можно легко затушить. Fire, once the fire is burning, blazing, it is not so easily extinguished. А когда огонь пылает, он большой, то не так легко его потушить. One man came from Vrindavan, one Indian man. He married some lady from Russia, right? And he came to Vladivostok and went to Khabarovsk, and he was doing yagya. Один преданный из Вриндавана, он женился на матаджи из России, вот он приехал в Владивосток, Хабаровск, проводил там яги. So he was doing nice yagya for all the devotees. Big blazing fire. Он проводил там яги для многих преданных, и у него был горел там большой костер. And he put a lot of wood on the fire. It was blazing. Он вложил очень много дров в огонь, и тот разгорался. He did the yagya outside in the garden. И он проводил ягью в саду. And there was some wind, it was not a very pleasant day, there was some wind blowing, so he had to build a big fire. Тогда был ветреный день, и ветер поддал жару. So the fire was blazing for a long time. И огонь этот горел долгое время. But if the spark came out from the fire, then the spark could easily be extinguished. Но частички, которые вылетали вот из огня, их можно было легко потушить. If the spark fell into the water, then immediately extinguished. А если вот эта частичка попадет в воду, то она немедленно потухнет. But if the spark came on the dry grass, then the grass would also burn. Но если эта искра попадет на траву, то трава может загореться. So the position in the association of the fire, where there is no problem, no difficulty. Если мы общаемся с огнем, тогда нет никаких трудностей. But if we come out of that fire, we leave the association of the Lord and come into the material energy, then we can easily lose our spiritual power. Но если мы вылетаем наружу и перестаем
общаться с Верховным Господом, как-то взаимодействуем, тогда наша духовная сила утрачивается. If we come out of the fire and we contact devotees, then there's some hope for us. И если, хотя мы частички вылетевшие из этого огня, но если мы общаемся с преданными, то у нас есть надежда. So the position of the living entity is called, the word in Sanskrit is tatastha, meaning marginal energy of the Lord. Позиция живого существа, она называется tatastha, то есть пограничная энергия. The Lord has three principal energies. А у Господа есть три принципиальных энергии. There is His superior spiritual energy. Есть высшая духовная энергия. There is a marginal potency. Пограничная энергия. And there is an inferior material energy. И внешняя или материальная энергия. Right? We are here in the material world. This is an inferior energy. Мы находимся в материальном мире. Мы находимся посреди внешней энергии. And we are the tatastha potency, the marginal energy. А сами мы относимся к категории татаста, то есть пограничной энергии. We have free will. We can choose where we want to reside. И у нас есть свободное желание. Мы можем выбирать, где нам обитать. We can live either in the spiritual world or in the material world. Мы можем жить в духовном мире или в материальном мире. We have free will. Krishna has free will. We also have free will. У нас есть свободное желание. У Кришны есть свободное желание, и у нас также есть свобода воли. We have the same qualities as Krishna. Мы имеем те же самые качества, что и у Кришны. But in different quantity. Но в меньшем, гораздо меньшем количестве. Krishna has unlimited free will. Кришна имеет безграничную свободу воли. Our free will is not unlimited. Наша же свобода воли, она ограничена. We have to choose between the material and the spiritual. Наш выбор состоит в том, что мы можем выбрать либо духовное, либо материальное. That is our free will. Вот в этом наша свобода воли есть. And to help us choose, we have the Lord in the heart as the super soul. И для того, чтобы нам помочь сделать этот выбор, Господь находится в нашем сердце как сверхдуша. We said there's not one, but there are two in the, there's two souls in the body. Мы сказали, что не одна, а две души живут в этом теле. And that super soul is described here in this verse. И вот сверхдуша описывается вот в этом стихе, который мы прочитали. It's described as the overseer, the witness. Там описывается, что он все видит, он является свидетелем. You want to open the door? People are feeling the heat. Жарковато людям, кажется. I want to put the panel. Можно тут. Unusual. You're not used to heat here. So, the super soul is a witness in the heart. He's there as a friend to guide us, to help us to make decisions. И вот сердуша находится в сердце, и она помогает нам, как вот наставник, принять решение. He knows what we want, what is our desire. А она знает, что мы хотим, какое наше желание. He understands our nature. Она понимает нашу природу. And he's witnessed all of our activities. И он также, она также является свидетелем всей нашей деятельности. He knows if we deserve to be punished or rewarded. Она знает, она награждает нас или наказывает. Because he's been following, he's been with us through all our different births. Поскольку она следует вместе с нами через наши различные рождения. We don't remember. Мы это уже все позабывали. But he remembers. Но он-то помнит. The Vedas give example about two birds in a tree.
Веды приводят пример с двумя птицами на дереве. One bird is eating the fruit. Одна птичка кушает плоды. And the other bird is watching. А другая птица наблюдает. Now sometimes the fruit is sweet, but sometimes the fruit is bitter. А иногда фрукты сладкие, а иногда горькие. In the same way, there are two souls in the body. Подобным же образом две души находятся в теле. The individual soul and the super soul. Индивидуальное живое существо и высшая душа. Now we know about our own pain and pleasure. Мы знаем о наших страданиях и наслаждениях. But the super soul knows about everyone's pain and pleasure. Но сверхдуша знает обо всех страданиях и наслаждениях. Just like a farmer may have some land, he knows about his own land. Как, например, фермер может иметь какой-то кусок земли, и он все знает о своей земле. But the head of the state, he knows about all the lands. Но глава этой области, он знает обо всех землях в своей области. So the same way the super soul is not, the super soul not only knows about our individual situation, he knows about each and every other person's situation also. Также сверхдуша, она владеет как бы информацией не только об одном живом существе, но она знает ситуации всех живых существ. And he directs us according to our qualification. И она направляет нас в соответствии с нашей квалификацией. He knows who should be punished and who should be rewarded. Она знает, кого нужно наградить, а кого наказать. And he arranges to help us to come out of our illusion in the material world. И она организует нам возможность выйти из-под влияния иллюзий материального мира. Because he is a friend, he's in the heart as a friend. So the duty of a friend is to help, to give help to the other person. Поскольку она является другом, она находится в сердце, и обязанность друга это помочь. So the super soul is there to give knowledge and to help us to remember, and sometimes also to allow us to forget. А вот сверхдуша нам дает память, дает какое-то знание, когда необходимо дает забвение. Sometimes it's better to forget things. Иногда лучше забыть какие-то вещи. Then we can enjoy better. Это нам поможет лучше наслаждаться. Just like sometimes we may go to, you may have somebody in the family or some friend, relative may pass away, they may die, and you have to go to the funeral, you have to attend the funeral. Допустим, в какой-то семье кто-то из родственников умирает, и вам необходимо пойти на эти похоронные церемонии. So naturally, when you go to a funeral, it's not a very joyful situation. И когда мы оказываемся вот на погребальных церемониях, это не очень радостная ситуация. And people are talking the nature of the material world, and you know, what is the point to work so hard in this world? Any moment we will die. Люди там говорят о том, что вот такова ситуация в материальном мире, она очень тяжелая, в любой момент можно умереть. Right? When we go to a funeral, everyone's thinking like that. Наверняка каждый, кто там бывал на таких церемониях, думал об этом. But then a day later, a few days later, there's a wedding or there's another function, a party, and everybody's forgotten about that, and everybody's thinking about enjoying. Но спустя несколько дней, там, допустим, кто-то уже другой из родственников празднует свадьбу, и все радуются и веселятся, и уже забыли про похороны. So the super soul arranges for us to forget. Сверхдуша организует этот момент, что мы забываем. Then we can enjoy better. Для того, чтобы нам можно было лучше наслаждаться. Just like if you're taking part in a drama, you have to play a part in a play. You may have to be the enemy of one of your friends. Например, если вы играете какую-то роль в драме, то вам может выпасть роль врага своего друга.
So if you're always thinking of your friend, you won't be very good in the part. You won't be a good enemy. You have to show that you're his enemy, that you hate him, you hate this person. Хотя мы как бы друзья, тем не менее вам нужно вот сыграть эту роль, вам нужно показать, что вы ненавидите эту личность. So we have to forget our friendship with him and try to enter into the mood of the part, the drama. То есть необходимо как бы забыть о своих дружеских отношениях и погрузиться вот в ту роль, которая предполагает драма. So the super soul, Krishna in the heart, he's like the director of the drama and he helps all of us to play our parts in the drama. И также сверхдуша, он является режиссером вот этой драмы, и он нам выдает разные роли, которые мы играем в этой драме материального существования. We're all playing different parts. Somebody's a mother, somebody's a father, somebody's a husband, somebody's a wife. Мы играем разные роли: кто-то мама, кто-то папа, кто-то жена, кто-то муж. Is there all different parts in the play? Это разные роли, которые мы играем. We're all on the stage, this material world. Так мы все находимся на сцене этого материального мира. But when we come off the stage, then we're not the body anymore. Then we're souls. Но когда мы покидаем эту сцену, мы понимаем, что мы не являемся этим телом, мы духовная душа. So the super soul is with us, birth after birth, accompanying us, guiding us, directing us. Итак, сверхдуша сопровождает нас из жизни в жизнь и наставляет, руководит нами. This is how Krishna shows his friendship to all of us, that he's helping all of us to come back to him. Вот как Кришна проявляет дружеское отношение по отношению к любовному живому существу. Он руководит и направляет нас. And when we go back to the spiritual world, then Krishna will say, oh, where have you been? I didn't see you for a while. И когда мы вернемся в духовный мир, Кришна спросит, где ты был, я тебя так давно не видел. Krishna is so anxious for us to come back to him. Кришна хочет, чтобы мы вернулись назад к нему. But we're thinking, well, we're happy here, but I have my family here. Но мы думаем, да, нет, я тут счастлив, у меня тут семья. How long can we stay here? Как долго мы тут уже живем? So super soul acts like this. He's the maintainer of everyone. Так сверхдуша действует таким образом, она поддерживает каждого. Because it's ultimately it's all Krishna, Krishna who's maintaining all of us. Поскольку в конце концов Кришна всех поддерживает нас. We ourselves are not controller. We are dependent on Krishna. Мы не являемся контролирующими, мы зависим от Кришны. Krishna gives us the ability to do anything with this body. И Кришна дает нам какие-то способности делать вот, что-то в этом теле. Without the blessing of Krishna, then we'll simply die. The heart won't beat anymore and we'll just drop dead. Без милости Кришны мы просто умрем. We should understand how Krishna is actually the maintainer of each and every one of us. То есть мы должны понимать, как Кришна поддерживает каждого из нас. And therefore we are advised from the Bhagavad Gita that we should surrender to him. И вот в Бхагавад Гите поэтому говорится о том, что мы должны предаться ему. Surrender means understanding only Krishna can maintain us. Предание означает понимание того, что только Кришна нас поддерживает. And that's why we should chant the holy name, why we should do devotional service. Вот почему мы должны воспевать святые имена и заниматься преданным служением. So this way Lord Krishna is explaining to us how the super soul is present in the heart of everyone. И так вот в этом стихе Господь Кришна описывает, как Он присутствует, как сверхдуша в сердце каждого. And we can feel often the super soul speaking to us, telling us. И очень часто сверхдуша нам что-то говорит, разговаривает с нами. Sometimes from the heart, Krishna will say, oh, you know, you have not chanted many rounds today. You need to do more chanting.
Иногда душа и сердце говорит, что ты сегодня маловато кругов прочитал, тебе нужно побольше этого сделать. You promised your guru you would chant 16 rounds, you haven't done it today. А ты обещал гуру читать 16 кругов Хари Кришна Маха Мантры, но еще сегодня не прочитал это. Sometimes Krishna from the heart is speaking to us. Иногда Кришна из сердца говорит, разговаривает с нами. From the heart, Krishna saying, you don't want to be watching television so much. А сердце он может говорить, не смотри телевизор так много. You need to do more hearing and chanting. Тебе нужно больше слушать и воспевать. Krishna speaks to us also in the form of time. Кришна разговаривает с нами также в форме времени. We can see time speaking to us. How, you know, as the body ages, you can see this is time. Krishna says Krishna is time, right? Krishna, Bhagavad Gita, Krishna says time I am. So Krishna comes as time, he's speaking to us. Бхагавад-гите Кришна говорит, что он является временем, и поэтому Кришна приходит в форме времени и разговаривает с нами. We see the body aging, we see how we get old, and this is Krishna in the form of time speaking to us. Мы видим, как наше тело стареет, это то, как Кришна разговаривает с нами через время. Telling us how this body is temporary. We're not going to be able to live here forever. Он говорит о том, что смотри, как тело временно, ты не будешь оставаться в этом теле навечно. We have to become very serious about Krishna consciousness. Поэтому ты должен стать более серьезным в сознании Кришны. You have to become more surrender. Ты должен больше вручить себя Господу, предаться. Now sometimes, of course, we may say Krishna is speaking to me from the heart, but it may not be confirmed. Somebody may say Krishna told me from the heart I could do this. So we have to confirm what is the feeling of the heart from the shastra. Так иногда кто-то может говорить, что мне Кришна сердце вот подсказал такую вещь. Эту вещь нужно подтвердить писанием, наставлением шастр. I met one lady, I remember, there's one lady I know, she said Krishna told her, Bhagavad Gita is too old, we need a new book. And Krishna was telling her, you write it. Я как-то встречался с одной женщиной, и она сказала, мне Кришна сказал, что Бхагавад Гита уже устарела, и нам нужна новая книга. И мне Кришна сказал, что ты должна ее написать. And she filled the book with all of her nonsense speculations. И она там заполнила книгу всякими абсурдными спекуляциями. And she got many followers. У нее много последователей. And so this kind of thinking, somebody made, Krishna told me from the heart, it's all right for me to smoke cigarettes. И кому-то Кришна из сердца говорит, что пора начать курить сигареты. We have to confirm what is coming from the heart with the teachings of sadhu, shastra and guru. Поэтому все, что исходит из нашего сердца, должно найти подтверждение у садху, гуру и шастры. Our hearts are not so pure that we can simply depend on the feeling of the heart. Наше сердце не такое чистое, поэтому не нужно просто зависеть от тех чувств, которым диктует наше сердце. Certainly Krishna is in the heart and Krishna does direct us, but we have to confirm these directions with the teachings of Shastra. Несомненно, Кришна находится в нашем сердце, Он направляет нас, но это необходимо сверять с гуру, садху и шастрами. Because we are conditioned souls, and one of the defects of conditioned souls is that we have the tendency to cheat. А поскольку мы являемся обусловленными душами, и одной из тенденций обусловленной души – это склонность к обману. Сердце тоже становится довольным. Because we're living in harmony with Krishna's teachings. Поскольку мы живем в гармонии с учением Кришны. Okay, so any questions? Какие-то вопросы могут быть?
Вы сказали, что Кришна заинтересован в нашем возвращении в духовный мир. Тогда почему поддерживается жизнь в мире материальном, материальных наших тел? А может быть, под возвращением имеется в виду наша преданность духовному миру? You said that Krishna has great interest to return us back to Godhead. But why? Почему поддерживается, да? Why then he maintain the belief in the material world? Ну, может быть, это означает, может быть, возвращение это имеется в виду преданность, то есть вернуться не в смысле, что именно потерять материальную свою природу, не в этом смысле вернуться, а может быть, возвращение в духовный мир означает, где находится фокус нашего внимания, то есть именно вот преданность наша. Returning back to the Godhead means change the focus of our attention. From material world to spiritual. Yeah? Ну, примерно, да. Примерно так, не совсем точно, но примерно так. Я не знаю, как выразить. Где-то так. Material world has two functions. One is to allow people to satisfy their material desires away from Krishna. У материальной природы есть две функции. Одна функция состоит в том, чтобы исполнить желания живых существ и как бы увести их от Кришны. But the other purpose of the material world is to give us an opportunity to prepare to go back to Krishna. А другая функция материальной природы дать нам какие-то подготовку для того, чтобы мы могли вернуться назад в духовный мир Кришны. То есть без подготовки никак. Without training. Сразу. Yeah, we need the training. Да, конечно, нам нужно какое-то обучение. The Goswamis say that we don't immediately go back to Godhead. That from this birth, next birth we take place, we will go to some other place in the universe or some other universe where Krishna is appearing. And we will take part in Krishna's pastimes in the material world. Госвами объясняет, что даже если вы тут достигли какого-то совершенства, тем не менее в следующей жизни вы должны получить рождение в игре Кришны в этом материальном мире, пройти там еще подготовку и потом уже вернуться в духовный мир. You have to have more training. То есть вам нужно больше обучения. But then extra more training, you go to be with Krishna and train with Krishna. То есть вам нужно как бы оказаться рядом с Кришной и пройти вот это обучение вместе с ним. We're not ready to go straight back to God. Мы еще не готовы прямо сразу вернуться обратно к Богу. Так, все-таки еще уточню. Тогда получается, этот мир тренажер или наше заблуждение? That means that does this material world is a training place or заблуждение? Mistake, illusion. I said two purposes can be here in the material world. One is for the illusion, to enjoy, and the other is for the training. Я сказал, что вот две функции у материального мира. С одной стороны, да, иллюзия, с другой стороны, это место обучения. Yeah, it's up to us. What, how do you want to use this world? Как это как бы от нас зависит, как вы используете этот материальный мир. If we are serious to go back to Godhead, then we are training here. Если вы серьезны в желании вернуться обратно к Богу, тогда вам нужно обучиться здесь. But if we're not serious, if we're just still trying to enjoy, then we're in our illusion. Но если вы не серьезны и не собираетесь возвращаться, тогда вы будете под влиянием иллюзии. We have that free will, we have that independence. У нас есть вот это желание свободы, независимости. We want to go back to Godhead, then we train, we do our training. Every day, worshipping Krishna. Если вы хотите вернуться к Богу, то нужно каждый день поклоняться, тренироваться, служить Кришне. Worshipping the deity. Поклоняться божествам. But in the spiritual world, directly Krishna is there. Поскольку в духовном мире Кришна непосредственно присутствует. Of course, the deity is also person. Конечно, вот божество это тоже личность Бога.
one and different. То есть one. Krishna and Krishna's deity. То есть, да, это одно и в то же время оно есть одновременно. То есть Кришна и Божество Кришны. Here we are making garlands for the deity. Здесь мы можем делать гирлянды для Божества. In the spiritual world, you're making garlands for Krishna. А в духовном мире вы можете делать гирлянды для Кришны. Because the deity is also Krishna. Но Божество это тоже Кришна. But a little different. Но есть некоторое различие. Depending on how we see it. Do we see the deity or do we see Krishna? То есть теперь зависит от того, что вот вы можете видеть Божество, вы можете видеть Кришну. Are we cooking for Krishna? Вы готовите для Кришны? Я не являюсь истинно преданной. Я всего лишь несколько раз была на собраниях Кришнаитов. Я всего лишь сочувствую. Но когда я готовлю еду, я, естественно, подношу ее Богу, как и все, что я делаю. Ну, те вещи, которые считаю чистыми. Причем для меня не так важно имя Бога. Главное, что он из имя. Ну, для меня лично. Mm-hmm. То есть сначала я не являюсь... Ну вот как, я не могу себя назвать кришнаиткой, да, то есть я, может быть, только вот вхожу в этот эгрегор, да? I cannot say that I'm Krishnaite, flawless, Krishnaite, teaching people. Ага, и дальше? Но, тем не менее, все, что я делаю для Бога. But all what I do ну, и какие-то чистые вещи, какие-то усилия. Offer to the Lord. Вот, ну... Просто у Бога много имен и много традиций понимания этой вещи. Has many names and many different traditions also. И во всех этих традициях есть зерна истины. And in all of these traditions there is some seeds of truth. Можешь еще маленький вопросик на правах новенькой. Что такое зло и каково его причина? Как вы понимаете, что такое зло и каково его причина? What means evil? What means evil? What's the cause of evil? The cause of evil. That's like the backside of God. Зло это как бы обратная сторона Бога. То есть спина его, скажем. God has the front side and the back side. У Бога есть вот разные стороны, и вот есть хорошо задняя сторона. But from the back of God, that's evil. То есть со стороны спины находится зло Бога. Not recognizing the Lord. We don't want to look at His face. То есть это когда мы не признаем Бога и не хотим смотреть ему в лицо. То есть зло это измена? Измена. Ну, предательство тогда пусть будет. Невежество. Я не знаю этих слов, которые задаю. Не знаю, тоже словарь английского, да ладно. Предательство в природе не существует. Ну а как? Это когда мы к Богу спиной, это не предательство? Нет, давайте не будем сейчас это делать полемику. Есть вопрос? Нужен ответ. Мы слова не знаем. Сейчас. А какое слово? Предательство. Изменение. Что есть зло, можем так? Нет, что зло это обратная сторона Бога, да? А причина его какова? Предательство. То есть вот у нас здесь, вот в нашем мире, да? Вот в нашем мире. Какова причина? Мне, в принципе, так тоже понятно. Ну что? Сейчас. Встреча. Betrayal. Betrayal. Well, yeah, in a sense, we betrayed God. Ну да, мы предали в какой-то степени Бога.
We don't follow his instructions. Мы не следуем его наставлениям. That's evil. И вот это зло и есть. We're taking what is not ours. Everything belongs to him, but we're taking it for ourselves. Мы берем, ну как, присваиваем себе что-то, хотя все принадлежит ему. So this is evil. Вот это и есть зло. We are connected to him. Like, he's like a father of all living entities. We see God the Father. We're his children. Мы его дети, Господь является нашим отцом. Мы связаны с ним. So we're meant to live in harmony. We're meant to follow the laws, the instructions of the Father. Поэтому нужно жить в гармонии и следовать просто наставлениям своего отца. And if we disobey them, then yeah, we have betrayed him. He's gone against him. А за если мы его не слушаем, все то ну есть какое-то наказание. Well, this is the origin of evil. Это вот все, в этом изначальное зло. It also comes from God. То есть все исходит из Бога. But it comes from the back side. Но это исходит с его спины. Ваше святейшество. Ну, сейчас такой как бы период, что ну, преданные многие они обращаются как бы, ну, к астрологам, да? Не к гуру садху шастрам, да? Не там старшим преданным, а вот как к астрологам, еще кому-то там, как там, нумерологам и так далее. Вот. И они вполне говорят те вещи, которые они хотят слушать, да? И, то есть, ну, правильные были вещи. Как вот в этой ситуации? То есть преданные обращаются к астрологам? К нумерологам. То, что преданные хочет слышать. Ну, и вопрос в том, что Махарадж говорит, ну, как, вы поняли, да? Many devotees address to astrology, to take some consultation from them, and this astrology say you what you want to hear, not the truth, but what you want to hear, and how to be with such astrology and numerology. Well, and astrology is a Vedic science. Астрология — это ведическая наука. And there are some different things which can be predicted by the use of astrology. И есть много разные вещи, есть которые могут быть предсказаны астрологами. It depends on the qualification of the astrologer. Это зависит от квалификации астролога. But the science of astrology is a bona fide. Но наука астрологии — это авторитетная вещь. Just like you look at the positions of the planets at the time of the birth of a person, then you can predict many of the characteristics of the person. Как бы глядя на положение планет в момент вашего рождения, вы можете предсказать многие характеристики этой личности. And if you look at the position of the planets during the time of the birth of Lord Chaitanya Mahaprabhu, or during the time of the birth of Lord Krishna, you will see the very unique position of the planets. Если вы посмотрите на карты Господа Чайтаньи Махапрабху или на карты Господа Кришны, вы увидите, что планеты стоят в таких вот уникальных положениях. Indicating the birth of a very, very divine personality. То есть там есть указание на то, что это ну, появились великие личности. So the science of astrology is bona fide, but the problem is not everybody is a qualified astrologer. Итак, наука астрология — авторитетная вещь, но проблема состоит в том, что мало квалифицированных астрологов. Some people may not speak the truth. Поэтому некоторые люди могут говорить не совсем там истину какую-то. Sometimes they may speak more what the person wants to hear than what is the actual fact. Иногда они говорят то, что люди хотят слышать. So this is a problem. И вот в этом проблема. Just like I said, brahmanas sometimes become corrupted. They become materialistic. Как мы сказали, вот брахманы стали такими продажными, стали материалистичными. It's the business of astrologers, but brahmanas often
give that, give astrological consultation. Поскольку одной из обязанностей брахмана многие дают астрологические консультации. And they will also give advice about Ayurveda, about medical requirements, also how to take care of health and disease. Также многие дают наставления, связанные с Аюрведой, как лечить какие-то болезни, как поддерживать тело. And they can give advice about things like vastu. Некоторые могут дать советы, связанные с Васту. Is your house, is your home, is it according to, is it situated in the best way, is everything done in the best possible way? Каким образом построить вот свой дом в соответствии с направлениями правильно? So, these things can help us to make our life easier. Это эти вещи как бы могут помочь нам сделать нашу жизнь легче. We're not so pure that we can always be transcendental to the modes of nature. А мы не настолько чисты, поэтому мы не трансцендентны к гунам природы. Therefore, we have to consider these different material sciences. Поэтому мы должны как бы понимать некоторые материальные науки. They help us to live in the material world in a, without unnecessary too many difficulties. Поскольку они помогают нам жить в материальном мире, избегая многих трудностей. Скажите, пожалуйста, вот духовный мир свободен от зависти. Все-таки как получилось вот этот кусочек процесса? Как так получилось, что зависть проникла в духовный мир, что мы выпали сюда? Это вот одна часть вопроса, вот этот процесс. И вторая, продолжается ли этот процесс попадания завистливых? Envious. How is it possible that envious came to spiritual world and have envious to the water, to the world? Well, the material world is a place for the envious people. It's just the arrangement of the Lord that, you know, this place is for all the envious people to be together. Значит, материальный мир — это место для завистливых людей, и Господь так организовал, чтобы собрать всех завистливых людей вместе. We don't belong in the spiritual world. Мы сейчас не принадлежим духовному миру. So this place is created. То есть это место было создано для таких людей. How does it come about? Well, we said we have free will. Поскольку у нас есть свобода воли, свобода желания. Krishna gives us that independence to choose what nature do we want to cultivate. А у нас есть какая-то независимость или выбор, какую природу мы будем культивировать. Do we want to be devotees or do we want to be non-devotees? Мы хотим быть преданными или хотим быть непреданными? In Bhagavad Gita, the two natures are described. В Бхагавад-гите описываются две природы. Right, there's a divine nature and demoniac nature. Есть божественная природа и демоническая природа. So we have that free will. У нас есть эта свобода воли. If we don't like to be devotee, then we can be the demon. А если нам не нравится быть преданными, тогда мы будем демонами. These two natures have been in existence since time immemorial. Эти две природы существуют с незапамятных времен. It's not a question of creation. Это не вопрос творения, поскольку это вечно. They've always been there. То есть они всегда существуют. We have that choice. Мы просто делаем выбор. We can either appreciate Krishna and love Krishna. А если мы можем оценить Кришну и любить его. Or we can hate Krishna and envy him.
Или можем ненавидеть его и завидовать. He doesn't force us. He gives us free will. Это He does not force us that we have to be. He does not coerce. He's not forcing us. Not demanding that we have to be his devotee. He gives us free will. То есть не так, что нас заставляют или требуют быть преданными. Это наш свободный выбор. But that nature to be envious has always been there. It's always been that facility is there. It's open. Anybody wants to be, they can become envious. Так вот для свободы выбора и вот для вот этой зависти здесь открываются большие возможности. In the same way you want to be a devotee, the opportunity is also there. Но если вы хотите быть преданным, то открываются возможности стать преданным. We don't want to be a devotee, we envy Krishna. Если мы не хотим быть преданными, тогда мы завидуем Кришне. Some people believe in God, some people don't. Некоторые верят в Бога, а некоторые не верят. Yeah. We say, oh, it's a creation. When did they create atheism? It's always been there. Те, кто выбирают вот это творение, творят атеизм, они всегда вот тут остаются. If you look in the past, you see for thousands of years there's been people atheistic, non-devotees. Если посмотреть назад, там тысячи лет, люди были атеистами, неверными. And Krishna spoke the Bhagavad Gita millions of years ago. А Кришна вот рассказал Бхагавад-гиту вообще миллион лет назад. He described four kinds of people who surrender, four kinds of people who don't surrender. И он описывает четыре вида людей, которые предаются Господу, и четыре, которые не хотят к нему обращаться. Why don't they surrender to him? Почему они не хотят предаваться? They're envious. Поскольку завидуют. No one recognizes Krishna. Они не хотят признавать Кришну. We're all envious. Мы все вот в материальном мире завидуем. Krishna has more than us. Someone has more money than us. We envy them. Поскольку у Кришны гораздо больше всего, чем у нас, есть повод для зависти. Somebody is stronger than us. We envy him. Кто-то сильнее, чем мы, мы завидуем ему. Somebody is better looking, better educated. Somebody is not so many ways better than us. No, we envy them. Кто-то может быть красивее нас или более образован. Ну, в общем, много есть поводов для зависти. We don't usually say, "Oh yes, you deserve it. You should have more than me." Редко можно увидеть, что о, ты более продвинутый, более богат, это гораздо, это хорошо. Nature of the living entity is either to have love or hate. If we don't love someone, then we hate them, we envy them, we're jealous of them. Так природа, или вы любите, или ненавидите, завидуете и так далее. So that love has to be transformed. That love can be transformed. It changes. If it's not love, it becomes simply envy. Эта любовь, она трансформируется. То есть если вы не развиваете любовь, тогда она трансформируется в зависть. We don't want to serve, we don't want to surrender to Krishna. Why? Because we envy him. Почему мы не хотим служить или предаваться Кришне? Поскольку мы просто ему завидуем. Our age is Kali Yuga. Astrology knowledge is Gamlet. Can ты по-русски, скажи. Наше время Кали-Юга. И эта наука, астрология проклята. Можешь ли она говорить правду? Because astrology is cursed. Махен, this is science. Because this science is cursed. Well, we get our true knowledge from the Bhagavad Gita.
Нет. Вообще мы можем знания получить через Бхагавад-гиту. You get some material knowledge from material sciences. А материальные какие-то знания вы можете из материальных наук получить. What knowledge do you want? Какое знание вы хотите получить? Krishna said there is no truth superior to me. Кришна говорит, что нет истины выше, чем я. The highest truth is to know Krishna. А высшая истина — это знать Кришну. If you know Krishna, then you know everything. Если вы знаете Кришну, вы знаете все. But like I say, we're not always so transcendental. Но, как мы сказали, мы не настолько еще трансцендентны. If you are fully absorbed in devotional service, then you just need Krishna. Если бы вы полностью погрузились в преданное служение, тогда вы были бы просто с Кришной. But if you're not so absorbed, not so dedicated to Krishna, then you may need help from other things. Но если вы не погрузились еще полностью в преданное служение, тогда вам нужна какая-то помощь или поддержка от других вещей. How can I do? How can I do? Observe. How can I observe? Absorb. Yes. By hearing and chant. Ну вот так. Hare Krishna. Вот я хотела спросить, просто вот сверху душа — это все хорошо, мы должны там гуру, шастрами подтвердить садху. Но вот первый вопрос, например, были демоны, которые свои действия подтверждали шастрами. И? Ну, как бы это же вряд ли им сверхдуша, да, наверное, говорила? Или им внутри что-то говорило, они просто так наслаждались? То есть мы должны тремя этими аспектами подтвердить или нет? И вот, ну, как нам понять, например, вот есть ситуации, я не могу посмотреть ни в шастры, не могу, ну, к гуру обратиться, не могу к садху обратиться. Как мне понять, как мне правильно поступить? Ум мой здесь говорит, разум или сверхдуша мне что-то подсказывает? Давайте там первую часть, да? Были демоны, ага, и что они? Ну, демоны, они же, есть демоны, которые подтверждали свои действия шастрами, да? Ага. То есть это говорилось, ну понятно, что говорила не сверхдуша, но мы же говорим, что действия сверхдуши, то, что нам говорит в сердце, подтверждаются гуру, шастры и садху. Это the activity, our activity we should confirm by guru, sadhu, shastra. But there were some demons which follow also through shastra. Ага, и что? Эти демоны, ну, вот, следуют шастре. Мы должны подтвердить тремя этими аспектами, то есть это должен нам сказать садху, гуру и шастре, или что-то одно? We should confirm some information from three aspects from guru, sadhu, shastra, or it's necessary one of them or two of them. We should confirm from three aspects. Three aspects. Теперь второе. То, что вот если нет возможности, ну, обратиться к гуру, садху и шастрам, но тебе надо принять решение, как понять, что вот тебе сейчас ум говорит это, разум, или все-таки сверхдуша тебе подсказывает? Have advice from guru, sadhu, or shastra, but in some situation we should take some decision just now. How can they understand this? Some information came from guru, sadhu, shastra. It's a problem. Well, you have to try to get, if it's a simple decision, you may not need to consult.